Какие люди в Голливуде? Чё ты, как ты, как дела? Блять, хуёво, пиздец. А чё такое случилось-то? Блять, с похмелья нахуй, болею, пиздец. Не ругайся сильно. А ты откуда идёшь вообще? А? Откуда идёшь? Иду с Сушков, это, с микрорайона. А, с микрорайона. И это, короче, чего я хотел у тебя поинтересоваться, ты, да. ты сейчас где живёшь вообще? Ну пойдём по дереву, пойдём, расскажешь, по дереву туда встанем. А, пойдём. Всё, ребят, вот почему пришёл. А ты сейчас где живёшь? На улице. А ты же у друга своего жил. Ти, ну что ты он там, у него там бабу какую-то завёл. Короче, пизду. Он там бабу, Аннушка какую-то там бабу такая, ну толстая. Толстая, да? Ну да, вот так завёл, нахуй, всё, я больше попрежу, нахуй. Ну они сейчас вместе живут уже сколько? Ну сколько, месяца, наверное, два. Понятно. Я вчера звонил, кстати, я разов ты 5 звонил. Ты не приходил сюда? Я разов 5 вчера звонил, что-то он трубку не поднимал, а потом вечером позвонил мне, я уже спал. А я все, я говорю, нахуй, я не пойду, бабу, нахуй. Не ругайся сильно. А? Ну а ты сейчас, короче, откуда идешь? Я иду сейчас с микрорайона. Ребят, на улице погода не очень хорошая, видите, дождик начался вообще, до Тучкова доехал, дождик начался. Ну и чё, микрорайон? Голодный, холодный, блядь, вообще пиздец, не жрать, пиздец, нет ничего, я туда обошёл все эти свалки, нет ничего, блядь, да пожрать, хуя. Как попал, Лёх, честь. Я понимаю. Ну нет, ну чё, сардельку сейчас тебе купим. А? Сардельку купим тебе. Куда сардельку? Надо хлеба чуть-чуть. Ну хлеба купим, да, и хлеба. Блядь, есть хлеб где-то. Ну, короче. Кстати, сейчас, короче, это самое. Ты там же живешь, я как. Ну я там, да, живешь? Просто я всегда туда приезжаю, то есть, ну, заброшки. Ну там. А, ну да, да, да. А это, как мне туда подъехать? В общем, я туда подъезжаю, тебя а никогда. А там дорога одна, блядь. Одна дорога, да? Там одна ее там прямой идешь, вот поэтому. Ну, ребят, дождик на улице. И ко мне прям туда. Николай, ты нормально встал, нормально, а я как бы на улице, наполовину на улице сижу. Нет, я тебе отвечаю. Все, да? Девчата, заберите меня к себе, если кто-то. Я вроде мужик еще не старый. Ну, аля-маля, еще. А, кстати, вопрос задаю тебе, что такое аля-маля вообще? Аля-маля, это когда говорят, что ты Ферштейн. Я не знаю, что это такое, Ферштейн, аля-маля. Я не знаю, как лишний, я не знаю. Что это, я не знаю. У тебя новая куртка, смотрю, да? Да, я, а хули, а что, она нормальная, без рукавки. Ты весь модный, в общем. Короче, аля-маля, это называется как? Живешь при себе, ага. И никому ничего не должен. А, вот чего, аля-маля. Да. Понятно, будем иметь в виду, будем знать. Я... Что за... Ну, я из дома еду, видеоролик сейчас снял. Сегодня вечером уже домой приеду, видеоролик выложу. Да? Ты, а мне, тем более ты... Да я подожди, да, и это, подальше это самое. Я же подожди, не могу. Мне тут тебя... человек подходит. Ну. А вот Николай Петрович, я говорю, да. Мне сольник, хуяк. Да? Я раз за что? Он говорит, ты, я видел, кто смотрел, говорит, вот такая вещь. Ну вот видишь, добрые люди есть на самом блин, деле. Блин, пиздец, у меня сольник, хуяк. Ну, я вот ебал. Я сразу в магазин нахуй. Вот так, аля-маля. Ну пьяница, блядь, ну что ну сделаешь? Ну знаешь, я тебе небольшую работу, подработку, кстати, знаю. Вот дождик мешает. Там, короче, сзади магазина, здесь магазин стоит, бутик рядом, да? А надо сзади магазина убраться чуток маленько. Там коробки всякие, разные мусорку выбросить. Ти, ну, я не знаю, как подойти. Ну я знаю, он говорит это, и скажи, короче, если он захочет, короче, не, да ну, любому человеку. Да, да, когда подойти? Да вот хоть что? Час. Дождик закончится, ты пойдем вместе. Да? Конечно. А я этому подскажу, а он уехал, блядь, на полгода куда-то нахуй. Кто? Лёх. На Колым поехал? Да.
Я сегодня, кстати, ему тоже звонил. И каля-маля, короче, он не взял трубку. А он говорит, все, говорит, у меня я там. Ну, Николай Петрович, что я могу сказать? Может быть, завтра встретимся с тобой. Я бы тебе простой телефон привез бы. Но мне кажется, ты потеряешь простой телефончик. Нет, да? Телефон мне не надо. Потеряешь, что ли? Ну, не потеряю, но просто... Хуй знает, у меня был телефон, что? Он у Лехи остался. Короче, он мне предлагал, говорит, пошел ты пизду своим телефоном, нахуй. Нахуй. Может, он и забрал его нахуй к себе, блядь. Ну, как крыса, блядь. Я не знаю, мне вернее не надо. Ну, короче, вы с характером не сошлись, да? Характером не сошлись. Не, не сошлись. Ну, просто, знаешь, человек видит дармовщинку. Угу. И забирает себе. Видит, что я, блядь, аля-маля, пьяный нахуй. Хуяк. И привет. Что там набрал, покажи хотя бы. Эти банки, больше вот нет нихуя. Банки каля-баля, да? Ну банки, и что ты вот эти банки? Полбутылки. Ну, ладно, ладно, не надо. А, вот, самое главное, да, значит? Да, 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 да. А, каля-баля сейчас. А, чё полвода, да? Полдня пробегал, блядь, искал все эти банки, бутылки, ну, пожрать что-нибудь. Ну, кушать тоже надо. А покушать нету. Я голодный целый день сегодня, нахуй. Вообще ничего нету, нахуй. Вообще ничего нету, я где что брать, я не знаю. Федор, веришь? Верю. Пожрать нет ничего, даже перекусить, даже хлеба нет, ёпта. Сейчас бы невесту найти повариху, да? Да. Извини, Федор. За выражение, да? Да. Баба, нет, нахуй. Что-нибудь пожрать вот, да. Ага, пожрать, да. А потом, да. А потом бабу, да? Ну, там как получится. Ну, понятно, понятно, да. Ну, ты взрослый мужик, ну, тоже. Конечно, ты, да. Не какой-нибудь там аля-маляна. А это, мне пока бабу... Как говорится, любовь-любовь, а кушать хочется всегда. Всегда. Постоянно. Я постоянно хочется. Вот так, каля-баля. Мне даже покурить нет. Представляешь, дожил, ёбать. Кстати, знаешь, что я тебе скажу? Я не знаю, вот ты здесь живешь. Мне кажется, здесь не очень хорошо жить. Я знаю другую. Каля-баля, ты чё? Я ебанутый. Каля-баля, ты чё? Он взялся, короче, ребята, он упал. В общем, взялся за зеркало. Зеркало же у меня двигается. Видите, как двигается зеркало? И упал человек. Чё, ударился, что ли? Руками, все, давай, поднимайся. Сейчас поднимется. Рули, что, как она называется? Рычаг. Вот об нее и башку ебнуть. Ну ты за зеркало взялся, ты же знаешь, что зеркало у меня шевелится. Да я ебу. Братья, все, на что я знаю, что там у тебя круче, что-то вертится. Ну ебанулся. Вон, я вот это об эту штуку ударился. А вот и наоборот туда садись, наоборот, и сиди. Рассказывай, да? Сказки свои, да? Ну, я буду ехать, воткнуть. Все, каля-баля поднялся. Пойду, в общем, тебе хлебушек куплю и это самое, знаешь что? Полбулочки, хлебушки, больше. И этот, как называется-то? Ты же знаешь, что зеркало у меня, видите, ребят, зеркало двигается. А я его за него хуяк, ну. И туда. Ну, туда вот бубу. Вот тебе и каля-баля, да? Да, вот тебе и каля-маляна. Вот так вот бывает, да. Ладно, все, короче, жди меня здесь, я сейчас приеду. Лёха. Какой Лёха дома? Есть, это, Фёдор, сможешь хоть, да. Маленькую бутылочку ловить? Какую бутылочку? У тебя в сумке есть. Все, сейчас приеду. А у меня нет там ничего. Как нету там у тебя? Ты чё? Голова, два уха. Есть, да. Конечно, ну. По бутылке есть. Ну, я же знаю, что есть. А вот, друзья, возьмем две каталочки паштета и хлебушек.
карта нужна, не нужна? Спасибо большое. Спасибо. Че, газя-базя? Ну вот, в общем, тебе хлебушек взял, держи. Дай бог вам здоровья. Вот смотри, я тебе сосиски не взял, в общем, две вот такие маленькие. А это я не знаю, как это называется. Это паштет, кстати, вкусный паштет. Такой паштетик. Да? Ну да. Вот держи. Чуток маленько, в общем. А? Чуток маленько покушать. Маленько. Я бы больше взял, короче, ребят, я не знаю, вы скажете, вот ты что купил там. Ребят, на самом деле у меня 200 рублей с собой, короче, денег, в общем, денег больше нету. Не, мне, вот чуток маленько, как блядь, бы. Поделился, как бы, чуток маленько, потому что человек снимается у меня на канале, как бы, по-любому это самое. По-любому, как бы, надо человеку уделять внимание. Правильно говорю? Каля-валя. Да, да, да. Куда нет, сейчас пойдешь, скажи? Пенсабу надо. Нет. У тебя же в пакете есть. Не, ну у меня там мало, там хоть там. Ну, значит, нету. На Минсо нету. У меня денег есть, ты добавишь? Нет. Опять забавку не шумите нахуй. Забирайте эту нахуй. Все, куда поедем? Я не знаю. Ты сейчас будешь кушать или когда? А? Ты сейчас будешь кушать? Конечно, я жрать. Ну, давай, кушай. Ну, в общем, ребятушки, вот он так присел. Говорю, пойдем туда сядем на бетон. Говорит, а здесь пойдет, я кушать хочу. Бля, мягкий, заебись лихо. Да, а, кстати, ты ножик мой куда дел? Я в тот раз тебе ножик... Да я в ножик... Сумки нету нахуй. Ну вот так вот. Маленькая такая, маленький нож. Да, да, да. Да, да, да. Я в тот раз тебе дал, чтобы ты собакам это на колбаски порезал, а ты в карман, короче, прикарманил чуток маленько. Ну ладно, кушай, кушай, потом найдешь. Может быть. Жрать хочу. Ну скажи, как тебе паштет вообще? Че, ну маленько он жестковатый, бля. Ну а так, вкусно или нет? Каля-баля, короче, да? А, понятно. Ну вот, ребят, такой видеоролик получился, особо небольшой такой видеоролик, как бы, да, с Петровичем, конечно, может быть, завтра я приеду видеоролик сниму, или когда послезавтра, я даже не знаю, честно сказать. Может быть, завтра увидимся, да, Петрович? Мне когда, куда прийти, я... Также, ребят, хочу сказать, кто хочет Петровича поддержать там чуток маленько деньгами, то есть на продукты, там что-нибудь, там колбаски да, с хлебушком да, купить, да. Там что-нибудь, да, то с прибольшим удовольствием ссылочки там на банковские карты, на донат в описании, как бы, да, там, ну, чуток маленько, там, по 50 рублей, там, что-то там купим ему, там. Все эти деньги я истрачу конкретно на него, то есть я даже видеоролик сниму конкретно. От кого сколько денег пришло, то есть и что купим ему, вот и все. Не, это не то, бля. Не то, да? Я, зачем мне даешь? Не, я не буду его взять. Это не то. Не понравился? Надо было это тот взять, да? А? А мне наоборот кажется вот это вкуснее. Нет, ну, не знаю, то. Значит, я не угадал. Колбаса, там, сыр, там, хуя, но это не то. Это паштет, это чисто с чаем попить. Да, а это что-то не то. Какая-то, ну не то. Ну паштет, он нормальный паштет, просто ему не нравится. У каждого человека свои вкусы. Ну мне не, она не по котенам, я не знаю. Ну ты давай это на землю не кидай, потом поешь. Ты сейчас просто бахнул три семерки и тебе не то.
А сейчас три семерки у тебя закончатся, кушать захочешь, и это пойдет тебе нормально. Три семерки нету нахуй, сколько там осталось, 100 грамм. Привет. Кругом знакомые все лица, да? Чего? Кругом знакомые все лица, да? Да они все меня знают, походу, даже каждая собака, скорее всего. А, девушка прошла, главное дело, ты видел, как рубашка одета? Смотри, рубашка, ну, да, наоборот. Да, 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 да. Рубашка наоборот одетая, пуговица сзади. Вот это каля-баля, да? А почему? Не знаю. Вообще. Ну, пьяные, походу, за это, наоборот, одела, то есть, ребят, вроде поняли, что, да? Нормально, я не пуговицы, сказал, что она пьяная. У рубашки пуговицы должны быть впереди, ну, а у нее, да, короче, пуговицы на спине, а воротник впереди получается. Капец. Как у меня, да? Шиворот, нет, у тебя нормально, а у нее шиворот на выворот, то есть, если замок сзади у тебя был бы, вот это у нее, как у нее было бы. Ну, скорее не, всего, ну, скорее всего, на сегодня. Да, сам есть, нахуй. Я не буду, не зачем мне? На этом все, видеоролик закончится, заканчивается. Не хочу, ну, нахуй, не хочет, жопу, не хочет он кушать вообще. Да я не знал, Петрович, что. Нет, не обижайся, блядь, он жопа, сам аккуратно. Мне говорит, наверх. А? На этом все, давай попрощаемся со всеми, всем пожелаем удачи, всем хорошего настроения. Так что, ребят, кто хочет поддержать Петровича, то ссылочки оставлю в описании, ребят. Это я не для себя прошу, как бы, я делаю полный отчет, как бы, видеоролик сниму, что конкретно ему купим и какие продукты там, может, там, не знаю, там, майку, футболку. Нет, а вот обед я вешу, пожрать надо что-то, да. Вот, покушать. Больше ничего не надо. Ему покушать только надо, все. Ну все, всем пока, скажи, пока. Да, да, да. Привет всем. Спасибо вам, кто, ну, видел, услышал, узнал. Петрович один такой здесь, в этом, в Тучкове. Тебя знает сколько человек? Да, ну я не знаю, ну человек 700. 184, ты в тот раз как сказал, меня здесь знают в поселке 184 человека. Да? Ну человек 700 точно есть. Ну сколько тут, то что, я не знаю, сколько тут живут. Они все знают меня, да. Все, ребят, на этом все. Видеоролик заканчивается. Всем добра, любви, позитива, хорошего настроения. Пишите комментарии, ставьте лайки, что вы думаете по поводу всего этого момента.